Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardPressed Info. В данном видео я вам расскажу, как подключиться к наушникам RISA TrueConnect с помощью вашего iOS-устройства. Для этого зайдем в приложение «Настройки» и после этого выберем пункт «Bluetooth». Убедитесь, что ваш Bluetooth включен, также убедитесь, что ваши наушники включены. И в разделе «Другие устройства» будут наши наушники. Нажмемте на них. Как можете заметить, наши наушники подключились. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!